утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. А вот еще пирожки. Ой, ешьте на здоровье. Спасибо, Шунечка, ты так стараешься для нас. Просто я так рада, что победила на выставке вышивания, что хочу этой радостью с вами поделиться. Ой, это хорошо. Ты молодчина, Шунечка. Даже белочек обогнала. Они известные в лесу рукодельницы. Я очень старалась. Вы угощайтесь, угощайтесь. Да, Шунечка, да. Нас два раза просить не надо. Ой, Шунь, должен тебе сказать, что ты молодец. Ты такая умная. Ой, ты такая талантливая. Ой, мы всегда, Шунечка, с тебя пример берем. Да? Я вот просто горжусь, что я дружу с тобой. А я, Шунечка, твой самый настоящий друг. А я еще настоящая. Ты хозяйка отличная. Вон какие вкусные пироги напекла. Постаралась для друзей. Да ладно вам меня нахваливать. Это енотыч меня научил. Так ведь, Шуня, не каждого научишь. Это точно, Коксики. Я вот пытался, а у меня ничего не получилось. Ой, знаешь, Зубочка, у меня тоже. А у тебя, Шунь, все выходит. Вот мы гордимся, что ты наш друг. Да, гордимся. Ой, Шунечка, вот это вот на комодике, это что стоит? А это мои вышивки в рамочке. Выставка закончилась, и мне мои работы отдали. Вкусно. Ну, правильно, они ж твои. Ну да, ты их на стенку повесь, мы любоваться будем. Ну да, развешивай. Фух, как я наелся, больше не могу. Ой. Я тоже не могу больше. Шунечка, спасибо тебе большое. Ну что ж, друзья, помогите мне, пожалуйста, убрать со стола. Вот. Со стола? Убрать? Да. Шунечка, я так устал, я отдохну немножечко. Ладно, я на 5 минуточек прилягу, а? Ну, отдохни. А может быть, ты, Зубок, мне поможешь? Ой, нет, Шунечка, я тоже не могу. Мне бы тоже полежать. Ну что ж, раз помочь некому, сама уберу со стола. И умная, и талантливая, и друг настоящий. А помочь так никого и нет. Ой-ой-ой, объелся. Коксик, слышишь, Шуня вздыхает? Ну, слышу. Что-то она не очень рада. Мы ее так хвалили, так старались. А почему? Надо подумать, Зубок. А чего тут думать? А, ну говори. Коксик, мы Шуне слов всяких хороших много сказали, а когда она попросила помочь, так мы... Да, мы на диван завалились. Да, некрасиво получилось. Да, тут и оно. Ну и что делать будем? Ну что-что, надо исправляться. Ну, а как? Как? О, слушай, а давай мы ее вышивки на стену повесим, а? Правильно, Зубок?
Она придет, а вот тут вот ее выставка красуется. Всем на радость. Ну да, и тогда наша Шунечка перестанет вздыхать. Она увидит, что мы друзья не только на словах, но и на деле. Даешь выставку? Даешь, приступай к делу. Так, о, ровненько. Так, а вот эту повесим давай вот сюда. Давай. О, висит. Замечательно. О, прячься. А? Шуня идет. Идет? Вот, давай сюда. Давай. Ой. Ой, что это? Выставка. Мои вышивки. А ведь я только на кухню вышла посуду помыть. Кто же это сделал? Зубок, Кокси! А что, Шунечка? Что такое? Вы не видели, кто вот это сделал? Что, вот это? Вот это, да. Не видели, мы не знаем, кто это сделал. Чудеса какие-то. Еноточ только вечером будет. Кто бы это мог быть? Это мы с Зубком повесили твои вышивки. Ну да, мы. Вот. А когда же вы успели? Вы же так устали. Да, вся наша усталость улетучилась, когда мы поняли, что ты, Шунечка, на нас с Зубком обиделась. Да, ведь настоящие друзья должны помогать друг другу, а не только хвалить с утра до вечера. Ну, а мы с Коксиком. А мы с Зубком. Да, друзья не на словах. А на деле. Теперь я это тоже вижу. И как же я этому рада. Да и мы рады. Мы рады, что у нас есть такая Шуня. Она такая. Ой, такая, ты такая. Ой, не надо, не надо. Не надо много слов, пожалуйста. Хорошо. А мы, Шунечка, не будем больше. Да не будем, честное слово. Вот и хорошо. Еще раз спасибо, друзья, вам за помощь. А теперь... давайте прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.